16 июня. Ваня, помоги. Две работы сразу происходят здесь. Собирание шкурок и щепок от вот этих вот тут бревен. И одновременно завершающий этап. Смотри, какой ловкий парень. О, сейчас покажу. Вот так от солнца стану. Тарас трамбует до уменьшения объема груза. Готов, прыгнул. Все, можно приступать. Все, ты держите, а вы когда нагрузите, попрыгает еще раза три, сантиметров по 30. Ну, вы только делай, главное, больше. Так, а мы здесь начинаем. Вот этот. Коля держит, Илья давайте держит. Пока. Ваня, Агния, Тараси тоже что старается. Так, забирай. Вот как надо, вот еще. Вот это надо все обработать сейчас. И то обработать. Вон дядя Рома, у него аж пот капает, вижу, со лба прям туда, в бензин. Видишь как? Так очищается. А в городе как? Машина приедет специально. Деньги тратят. А здесь ничего не надо. Это вторая ходка уже идет. Первая была так. Высоченная, тяжелая. Все. Наверное, минут 25, наверное, ездить туда-обратно. Так. Вот тут специально такие сделаны под конструкции, чтобы для удобства. Ложатся два бревна сразу. И затачиваются. И сразу второй подкладывается. Нож масла. Вот только стружки скапливаются, вот. Это все стружка. Агнат Тихонович подворачивает в нужную сторону. Володя меняет. Берет новую, ложит. Обработанную, стопку для обработанных.
вот стопка, которую нужно отработать. Вот она. Сейчас, подожди. Вот она. Частокол, как на запорожской сечи. Колами кверху. Такие карандаши. И все. И так просто не перебьешься. Насколько. Угрожающе смотрится. Ну еще немножко подберите, расположите и палаткой укроем сейчас. Вот Ваня, он тут сошкребает последние остатки. Это все две телеги одних шкурок от этих всех кленов. Клен только на то и годен, чтоб на такое работал. Ага, понятно. Ну вот и заканчивайте. Так, растягиваем больше. А подожди, сейчас еще будет делать. Поснимайте, на тихо, начнёт. Все? Нет еще. Ну тогда все на этом заканчиваю. Хорошо. Положи. Положи, смотри, старайся туда одного не посылай, за руку держи, чтобы папа рыбал.